have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, врата Балдура. Двигаемся дальше. Я немножечко замысловатый. О, ключ, кстати, золотой использовали. Я эту штуку раньше не видел. Я говорю, что мы, скорее всего, за тот первый час... не то чтобы... Как-то пощупали игру. Мы, по-моему, понюхали чисто первую пылинку из огромного мира, который здесь находится. Поэтому продолжаем с удовольствием. Я пока что не вижу до сих пор никаких признаков того, что у нас реальное время тикает, поэтому я особо не тороплюсь. Но все-таки давайте, наверное, как-то будем двигаться. Я буду на вас передвигать камеру, а мышкой буду передвигаться персонажами. Что это такое? Церебральный аквариум? Меня он покалечит? Ничего не случилось. Ну давайте лечиться. А, я так понимаю, что в рубке у нас будет некий босс. А рубка уже близко, войдем внутрь, делай все, как я скажу. Коньяк? Ладно. Коньяк — это у них ругательство. Ладно, ладно. Так, а карта, кстати, не поворачивается, она просто двигается. Ну что ж, на мой взгляд, мы сделали все, что могли сделать. Там и освободили персонажа, и мозг вытащили, и шкатулочку подобрали. Сохранение прошло. Идем в сфинктер. Так, хрена себе тут Рубилова идет. Ктулхи на дьяволов напали. Ну, в смысле, дьяволы напали на ктулхов, а ктулхи отбиваются. Они его убили? Серьезно? Убил с первого раза, ваншотнул, неплохо. Сколько у него хпшек? Надо будет вообще понять, а... Так, стой. Двойным нажатием я не могу. Ну хорошо. Ах, тут еще есть и фигня вот эта. Мне мозг поедают. Хренак. Вынесли. Еще и пустой. Чего, блин? Ты на сколько ты обожглась? На 3? Немножко непривычно, что бой нужно заканчивать вот так вот в ручном режиме. Может, это где-то можно переключить. Ну, то есть у тебя закончились ходы. И...
В смысле меня это будет жечь теперь? А, инвентарь? Есть лечебные зелья? Есть, хорошо. Отсюда я смогу стрелять по нему. Они промахиваются друг по другу, ну, в принципе. Промахнулась, отлично, сработала анимация попадания, но она промахнулась. На троечку, отлично. Хрена себе, он погибнул. Пять, два, три. Надеюсь, у него какой-то массовой атаки нету. 18. Мне поменять не на что, да? 4, 9, 4, 13. Ну, видимо, не на что. А, он еще и промахивается с упора, отлично. То есть, в общем, удар вот этим мозгом, он еще и не самый плохой, потому что... критический. Это двуручником в упор мажет, красиво. Не-не-не-не-не, не надо. У нас все хорошо, вы нам не нужны, ребят. Ну, по идее, мы его должны добить сейчас уже. Он же горит, там не горит, не знаю, что. Ты молодец, что промахнулся. И ты молодец, что промахнулась. Пять. Убили. Так. Что там за меч был? 2.15. Плюс огненный. 4.9. Умение обращаться с оружием этого типа. Я с этим тоже могу обращаться, да? Нет, у меня боеоружие или двуручные мечи. На самом деле, режущие 2.6.1 и плюс 1.4 огонь. А оно поджигает или нет? Подожди. Блин, по идее это... А почему я не могу его взять? Странно, что двойным этим тапом не одеваются пушки. Подожди, у меня ходов, что ли, не хватает это взять? А, игра, иди нафиг. Well,
А фиг ли ты на меня нападаешь? Так, доберитесь до передатчика до того, как... Путилоут... так, стоп. Это вообще не наш файт получается, да? Ой, оно мозги бьет. Мозги скоро отъедут, кстати. Нам надо уходить. Общее обучение. Если здоровье шли товарища опускается до нуля, он оказывается при смерти. В этом состоянии каждый ход делает бросок, чтобы выжить. После трех успешных бросков персонаж стабилизируется. После трех неудач он умирает. Нам надо... Чего, блин? Наверное, надо будет, кстати, загрузиться, скорее всего. А, так, у меня ж меч не надет, да? Мечик! Так, мозг валим отсюда. Мозг тоже вынесли, понятно. Слушайте, а мне что-то получается... я просто загружусь, я не вижу туда смысла. Я не сразу понял свою задачу. Давайте я загружусь и просто пробежим, пока они там будут махаться. Меч у него, конечно, хороший, не спорю. Так, мозгами нападаем на вот эту фигню. Убиваем, хорошо. И идем дальше. Блин, она теперь... Ай, сейчас, подождите, ребят. Ладно, просто я невнимательный. Если вот так вот смотришь, то он показывает, что она пройдет через красный и обожжется. Промах, отлично. Обходим по кругу. Может и получится потом вообще обойти эту штуку. Так, дружище, иди отсюда. Мне серьезно нужно пройти мимо, а потом с задней дистанции пытаться фигачить его. Так. Ну хорошо. Промах, супер. У него 133 жизни. Отлично. Проходим дальше. Липкий стул, ну хоть не жидкий. Там скоро подкрепление подойдет, поэтому... Вот там мыло какое-то у чувака, ладно, это камень. Stay idle.
Ты его чем-то сейчас поджег, не поджег, ладно, отходим. Угу. Этого тоже мыло с собой. Одного загасили. Тоже какая-то фигня есть. Чуть-чуть совсем ходов-то недостаточно. Угу. Ты стрелять будешь? Фух, заклинаниями Кикина стрелять, ну. Ай, больно вообще-то. Мозг, не промахивайся. Так, малого загасили. Очередной... Блин. Потому что я пытаюсь убежать от него, да? Дружище, держи. Вот дракоша. У чувака там меч хороший, блин, ну... Ай, печалька. Он такой руку жмет. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Короче, ребят, смотрите, оно... оно интересно, но очень во многом надо разбираться. То есть интерфейс перезагружен, он очень такой насыщенный. Конечно, когда ты уже... привыкнешь ко всем функциям, поймешь, как оно все работает, это будет легко. Но вот сейчас именно порог вхождения, на мой взгляд, довольно тяжелый. Хотя игрушка офигенная. Посмотрим, как это все получится. А, кстати, да, насчет того, что я изменил разрешение, я потом уже на записи увидел, что оно повлияло. Но в геймплее оно не чувствовалось, что есть вот эти вот рамки сбоку. Они были только в первой там... несколько минут на записи в первой серии, потом я поменял разрешение, оно на записи стало обычным, нормальным, но изначально в игре оно не ощущалось как неправильно. Ну, в любом случае, хорошо, что вовремя это все сделали.
Так, я думаю, что еще нужно будет сделать. Ладно, сейчас. Не, не камнем по голове получить. Нужно будет. Я, наверное, все-таки немножечко скручу графони, хоть и игра настаивает, что я могу играть на ультрах. Мне кажется, что немножечко надо бы некоторые моменты подкрутить, потому что она не успевает у меня подгрузиться моментально. Видимо, эти вот подгружения по ходу. Не знаю, по-моему, это нужно. Сейчас чекнем, как оно будет, когда катсцена закончится. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Личинку, кстати, да, надо вытащить. Ранение ссадины. Other than the infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through. But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Найти лекарство. Хорошо, хорошо. То есть вся моя команда при этом непонятно где, что и как. А что по карте? Ух ты ж, ё. Ага, ясно, понятно. А альт? Альт как Диабло подсвечивает. Все. Сейчас, ребят, минуточку. Ладно, игра пока что настаивает, что я могу играть на ультрах. Посмотрим, как это пойдет. То есть я ему ставлю автонастройку, и он мне показывает, что можно играть так. Посмотрим. Живая, нет? Растолкать. Артефакт. Давайте расталкивать. Я не буду пытаться достать артефакт, потому что явно это болезненная тема. Если она живая, на что я надеюсь? You're alive. I'm alive. How is this possible? Делай, ты мне подскажешь. I remember the ship. I remember falling. Then nothing. Что дальше? Припасы, крышу над головой, самое главное, лекаря. Это да. Это правда. Вон щупальца корабля до сих пор шевелится. А, хочешь сказать, что составишь мне компанию дальше? Да, пошли. Just before we go. Дочь тьмы. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod. You didn't. Shadowheart одобряет это. I remember that. Lead the way. Ладно, нас как минимум 5-2. What's next, I wonder? Контекстное меню предметов. У каждого предмета есть контекстное меню, с помощью которого предмет можно использовать. Та-та-та-та-та, это я понимаю. А как мне между ними переместить? Допустим, я хочу, чтобы у нее тоже лук был. Очень легко переместить, я понял. Она не умеет им пользоваться? Нет, видимо, все-таки умеет. Хорошо. Я предпочту пока что луки, а потом типа на F. Да, на F меняется стиль боя. Хорошо. Что у нас есть еще? У нас есть 4-9, такой же меч, как у меня. Короткий. А я могу с двумя. Так, оружием во второй руке. Если не отключить этот параметр, вы автоматически будете тратить бонусное действие на атаку оружием во второй руке, когда используете два оружия. А, вот этот вот маленький квадратик отвечает за атаку. Я понял, хорошо. Оставим пока в таком виде. Легкий арбалет 4.11. Лук у нас 4.9. В принципе, я тогда смысла на арбалет не вижу. Скиметар 4.9.
Короткий меч. А, погоди, короткий меч 1.6, там такой не нужен. Я бы тогда одел бы скиметар 4.9. Вот. Никогда не управлялись в обращении с этим оружием, значит, не сможете добавляться броскам атаки. Ага, скиметар не является... Не, именно короткие мечи, длинные мечи, да, я так понимаю? Угу. Хорошо. 4.9 у тебя. Булава на сколько? На 2.7. Ну, 2.7 это явно хуже. Давай я тогда тебе там скиметар. Так. Вот так вот сделаем. Хорошо. А, погоди, 2.7 это хуже скиметар. Да что? Ха-ха-ха, я никак не разберусь. Вот это 4.9, да, 4.9. Все, обустраиваем свою пати. Так, что там у тебя, таинственный артефакт? О, как я могу сделать? Символы. Расследование. Десяточка нужна, бонусов нету, жаль. Добавить бонусы за счет чего? Наставление, фокус. Цель получить бонус плюс 1 на D4. И так получилось, хорошо. Плюс 2, успех. Никаких отверстий. Внутри что-то есть. О. Попытаться взломать. The box doesn't yield. Брать рюкзак. Бросать. Конечно, от броска оно тоже может сработать, я не спорю, но я пока не буду настолько рисковать. Что-то у нас свиток обнаружения мыслей. Сумка с припасами. Сумка алхимика. Брелок. Зелька лечения у тебя тоже есть. Хорошо. Что у нас здесь? Жемчуг. Кружку. Так, кольцо с изумрудом. Зачем? Не знаю. Ну, будем таскать. Рабский разум. Отлично. И темный разум. Простая мантия. Класс брони 10. Я понял. Класс брони 11. То есть эта штука у нас будет... Фиона! Это же реально Фиона из Шрека. Идите нафиг. Ладно, тут класс брони лучше. А ты у нас в чем ходишь? 13. Ну, так у тебя шмоточки, кстати, получше будут. Еще и бронированные труселя, да? Ага. Если бы исподнее могло хмуриться... какой бред. Ладно, поехали, а то мы на разглядывание этого всего потратим еще кучу времени. Я как бы не против потратить кучу времени. Ага, свежая вода, значит, должно быть поселение. Пойдем. Это типа у нас открытый мир будет? Взять все. Деньги в бочке, серьезно? Что тут у тебя? Бутылка, деньги, рыба. Забираем все. В крайнем случае повыкидываю припас. Не забывайте забирать еду и напитки. Они понадобятся вам для восстановления здоровья и ресурсов во время долгого отдыха. Понял. Не забываю. Ууу, кинжал. Кинжал на 4.7. Прикольно. Там мозги опять бегают. Слушайте, я бы пошел на корабль, кстати. Так, а мне нужно... Чпуньк.
не дойдешь. 75, да? Нет, что ты? Я на... Я пропустил ход, я хотел на F нажать, я пропустил. Ой-ой-ой-ой-ой, какая ошибка-то. Отходим. Ну, просто разорвали дистанцию. Хорошо, что он промазал. В смысле на 4? До свидания. Попробуем дальше разрывать дистанцию. На 4 это очень много, ребят, вы чё? Это была очень дорогая ошибка сейчас. Придется зельки жрать? Надеюсь, что нет. Так. Разбегаемся в разные стороны, потому что стрелять я и сам могу. Не убили. Ну, убили, в смысле, хорошо. Ты на рывок тратишь весь ход, правильно? Правильно. Так. F. Достанешь? Отлично. Ой, да ты еще и промахнулся, мой ты красавец. Новый уровень, перейдите на экран. А где его перейти? Ага, вот так. Плут второго уровня. Здоровье увеличено с 10 до 17. Фига себе. Это я выбираю действие или... Стромное действие отступление. Отступайте без страха, перемещение не спровоцирует ни очередной атаки. Рывок. Преодолейте большое расстояние на этом ходу. Удвойте свою скорость перемещения. И спрятаться от врагов успешно, проходя проверки скрытности. Держитесь в тени и не попадайтесь на глаза противников. Я думаю, это будет важно. А оно ничего не выбирается, типа, да? Это мне дали. Мультиклассовость общая. Нет, спасибо. Дополнительные заряды. Отменить. Принять. Так, новый уровень у тебя. Жрец. Второго уровня. Здоровье до 17, особенности класса. Открытая ячейка заклинания первого уровня. Заряды проведения... Это надо будет, кстати, с этим разобраться. Действие. Произносить молитву, изгоняя любое неживое существо, которое может вас видеть. Эффект значит... Ага, прикольно, двуличность. Черт, это все надо будет... Я надеюсь, она отхилилась при этом. Нет, она не отхилилась, просто у нее больше жизни стало. Во-первых, пойдем их полутаем. Эликсиры. Ага, нельзя, конечно. Надо не забывать сохраняться. Я бы, наверное, не получил бы урона, если бы не провтыкал в первом... Блин, тут жареные мозги. В огонь я не пойду. Оно там сгорело, и как бы фиг с ним. О, шпага. Рапира. 4.11. Колющее. Серебряный медальон. Ломать дюренблондского сыра.
Блин, спасибо. Давайте обратно на корабль. Немножечко неудобно, наверное, что камера не идет следом за героями, или мне так кажется, что нужно подгонять следом. О, мертвый этот ушлепок. Череп. Шупастый клубень. На огонь бы не наступить как-то случайно. О! А ты кто вообще? I've got one of those brain things called. Одно из этих мозгатарей. In the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Сам убивай. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Ловкость, конечно, это мое. У меня плюс 3 к ловкости, я могу еще и добавить. 17. Плюс 3. Плюс 1. Дружище, ты зря полез. I saw you on the ship, strutting about whilst I was trapped in that pod. What did you and those tentacled freaks do to me? Угу. Так, ну объясняться перед ним я не хочу, раз он так себя ведет. Верено, что нам может и поговорить. You'll talk. I can... In my twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Уверенно, что это все расскажу. I'm not an idiot. It has to be those tentacled monsters. Something they did. They took you too. I saw it during whatever just happened. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Mm-hmm. Насчет... Ладно, черт с тобой, принимаются извинения. Шэдоухарт одобряет это. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Балдрец. Представиться, ты тоже родом из врат Балдура. Is that so? We clearly move in different circles. Учитывая по твоей манере речи, да. Do you know anything about these worms? Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. Как же иначе? What else did I expect? Although... It hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Возможно. Так. Давай вместе. You know, I was ready to go this alone. But maybe sticking with the мне коллекция персонажей, я не против играть в такую игру, целая коллекция персонажей, поэтому... All right. I accept. Белокурый эльф. А у тебя тоже уровень? Плут. Он тоже плут!
Он тоже эльф, и он тоже плут. Какого фига? Так, дружище. Что у тебя? У тебя лук, и у тебя кинжал на 4,7. Из лука ты умеешь стрелять. Это уже хорошо, радует. А что у тебя еще есть? Так, шпаги, черепа. О, амулет, кстати. Можно бы одеть. Использует там серебряный медальон искусственной работы с гравировкой папочки. Хм, кто-то, ну, кто-то, да. Ну что ж, амулет нацепили, кстати, камни, перо, бутылка. Бутылку, возможно, что-нибудь наполним. Ладно, оставим пока как есть. Ну, поехали. О, умирает. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. Я не чувствую сострадания. Поддаться чувству? Нет, это неправильно. Нет, тебе же полагается быть в ярости, разве не так? You feel hate, and you deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind, forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Сосредоточиться на его мыслях. Фух. Your mind's fuse, lusting for something that is gone. But then its grip claws back with a vengeance, a vice locking your mind into obedience. Надо было, наверное, вырваться, да? It needs sustenance to survive, and with your very body you can provide. Мудрость. Критический успех. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Так. На, убиваем. Потому что оно может еще спастись за счет вот этих трюков. Надо обобрать его. О, зелье скорости. Спасибо. Это я заберу. Пещерные пипы, блин. Так. Жалко, что карта не на таб. На таб у нас... обзор персонажей общий. Тоже, кстати, удобно, но я бы хотел все-таки карту на таб, наверное. Может, я потом и переставлю, если не привыкну. Посмотрим. Сильно ныть по этому поводу не буду, потому что здесь и так довольно-таки нагруженный интерфейс. Так, нет, там огонь не... Хотя... Может, получится обойти как-то. Скира. Ты кто? Гублинский скимитар. Четыре, девять. Гоблинские лоты, вы же какие короткие, кстати. Портал. Здравствуйте. А, F5. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous.
Да, коснулся, сохранился. Я думал, это портал, это просто магия. Чего? A hand? Anyone? Ты пытаешься повредить символ, приложив довольно резкое, но хорошее защитное усилие. Хлопнуть по... Это слишком круто, чтобы... Мне не хватит силы. Ладно. Добавляем бонус. Минус один силы. Офигенно просто. А, критический успех, окей. Ты чё, из убежища 31, что ли? Вот так выглядит. Гейл из глубоководья. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Ты не доверяешь этому пипу? Да нет, вроде доверяю. Пипу, типу, типу. Да, там была. And I can only assume you too were on the receiving end of a rather... Unwelcome insertion in the ocular region. Не говорите мне, что вытаскивание этой фигни из моей головы будет смыслом... Нет, вряд ли это будет смыслом игры. No use sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Связанными спицами, да. Uncannily adroit with a knitting needle. You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most cleric's skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Мне обычно нравится выбирать опции, доступные моему классу или вот моей расе какой-то. Я вот это отвечу. Хотя это далеко не всегда лучшие варианты. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer? Да, давай, давай, давай. Most excellent. Parasite shared is a parasite. Общий паразит. But before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. I have a feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Отлично. У нас есть четвертый человек. И кто ты у нас? Волшебник. То есть полноценный маг. Приворот гуманоида. Тождительный смех Таши. Вызывает существа хохот, которого он упадает... Оно упадет плашмя, не имея возможности поднять. Хочу. А второе... Волшебная стрела.
конечно, из которой стоимость 2,5 единиц силового урона, волшебные стрелы всегда попадают в цель. Всегда попадают в цель, да, давай. Мне нравится. Мне нравится. Ну что ж, мы обзавелись четвертым чебуреком в нашей команде. У него боевой посох. Дать ли ему лук на всякий случай? Наверное, да. Просто чтобы было, да? F. Нет, стой. Вот ты. Прикольные анимации такие. Так, хилки у всех есть по две бутылочки. Хотя бы у тебя 6. Ты потом с ними поделишься. Хорошо. Зелье скорости. Так, арбалеты. Ничего, тебе я не буду, наверное, никакой меч давать. Ты же у нас маг, ты будешь кастовать всякую ересь. Давайте, пока все удачно прошло, сохранимся. 10 бонусные действия. Тут Мальт у нас. А, вот так это идет. Прикольно. Кого-то выделяешь, что-то ведет пати. В принципе, логично. Ну, вот в таком отряде я себя чувствую немножечко поспокойнее, чем один или два. Опять же, все те игры, в которых можно набивать отряд. Кстати, а мы можем набрать больше, чем 4? Вход в часовню. Мы могли пройти еще в пару мест. Ну, ладно, везде же сразу не пройдешь. Мы потом, если что, вернемся. Таман. You both twice as tall as me, but I've half the bloody backbone. But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we stop. Got ourselves competition already. That's our ship. Запугин, тут ничего нет, кроме шкуры. Не уберешься, останешься без нее. Давайте в убеждение попробуем. В плюс 2. Нормально. Well, in that case, come on, you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Second mouse gets the cheese, no? Nobody's getting any damn cheese! Now move it! А, их было трое здесь? 4? А, тут была по целая пати, фига себе. Так, лестница. Wouldn't take much to send that stone crashing downwards. А, нам туда, кстати. Я сбегаю, посмотрю, мне не влом. Тут еще пройти можно, прикиньте. Дайте я посмотрю, что здесь. Нам же все равно туда, скорее всего. Zoru was right. Yellow as a toad. Oh, what? Понял. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you? Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Пускай ловушка, это нужно убить, пока они... Обман. Давайте обманом попробуем.
She's right. Let's go. We need to check out that blast. Взрыв? You didn't hear it. Shook our camp good, so we came for a look. Нужен врачеватель. Где ваш лагерь? Northwest. Look for Nettie. Whatever your wound, she can mend it. And be careful. There are goblin traps everywhere. Nymessa, come. Nymessa. Enough gawking. Get me down. Волшебное слово. Never. Questionable intellect. Unsurprising. Release me, or enjoy a future as geich. Кто такие гейхи? Mind flayers. The atrocities we are becoming. I know a remedy. Release me and I will share it. Get me down. You try my patience. А как тебя освобождать-то? Сюда, что ли, надо? Погоди, а как тебя освободить-то? А. Нет. А как я это сделаю? You try my patience. Я что-то не понимаю в этой жизни. Кстати, мы могли здесь пройти от водоворота, да? Так, а толкать вещи там, говорили, можно как-то... Broken. Must have been here a while. What to do? Not much use anymore. Сюда наверх я никак не могу забраться. Выстрелить. May the gods take you first. А, вот так. Never wanted the easy path. Что-то как-то нелогично, что ли? The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. Если что, я вообще говорю, что. Что хотел, спасибо скажешь? You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will suffice as thanks. Ты невежливая, мне это не нравится. A pity that. I made an offer and you accepted. Your fantasy is not my burden. It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a geich tadpole, we must report to Augusto for purification. Ну это же явно не только она лечит это все. You are full up. Dismiss your weakest warrior.
Very well. But heed my words. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A crash must be near. То есть, да, отряд на 4 человека. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Do not keep me waiting. А где мой кемп? Исследовать руины. Так, что у меня по заданию вообще? Обратиться к целительнице, найти ясли Гитьянки, исследовать руины. Эльф, воин, волшебник, дочь тьмы, бежать, завершено, завершено, завершено. Хорошо. Я бы, наверное, пошел бы в руины отсюда. Тут как раз недалеко. Давайте сюда подойдем поближе. О. Вон, кстати, до сих пор ношу эту магичку. Ну, грубо говоря, магичку. Не похилили, это же не магичка. Да, это я, впусти меня. Давай добавим бонус. You sound a bit shaken, boss. Hang on while I find the key. Я получаю вдохновение. Для просмотра нажмите P. Ну-ка. А кто раньше встает, проникнуть, заболтав. Мы что, драться будем? Сколько у него? 18 жизней. Пять, 45. А что такое маленький процент попадания? Семь, неплохо. Все, ушатали чувака. Фига себе, у тебя кожаный доспех, и бутылочка, и ключ бандита, и факел. Хорошие вещи. Кстати, свет сразу потух, факел же мы забрали. Темнота, факел. Например, факел, чтобы ведь в темноте существа с ночным зрением и нижний источник света не нужен. Но я же за эльфа играю, типа я вижу в темноте там на несколько метров. Ладно, давайте тогда сделаем так. Это очень интересно. Я бы хотел, но если я сейчас пойду дальше, у нас серия и так затягивается, поэтому давайте на этом остановимся, в следующий раз используем. Исследуем уже эту гробницу. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек и всем покеда.